Дорогие друзья, в этом видео я сменю несколько локаций. Вам приятного просмотра. Пожалуйста, досмотрите до конца. Поставьте этому видео лайк и, конечно же, поделитесь с друзьями в социальных сетях. Всем привет! Как же круто зрителям YouTube. Они уже видят написание ролика и, в принципе, знают, что их ожидает. Почему? Компания GUI, производитель офигительных электронных стабилизаторов для мобильных устройств, экшен камер и уже на данный момент обычных камер, они на самом деле удивляют и удивляют круто. Так, давайте я двигаю таким движением картинку, и мы оказываемся за столом. Итак, мы продолжаем распаковывать, доставили, скажем так, до дому довез я. Вот данная посылочка ехала 6 дней из Китая, компания GUI. Еще раз напомню вам о том, что здесь содержится электронный стабилизатор для ваших смартфонов, гаджетов, которые могут поместиться вот в такой вот специальный крепеж. Но мы сейчас посмотрим, что там внутри. И, как говорится, перед этим хотелось бы отметить, что я пользуюсь поколением, не то что сказать предыдущим, а GUI Z1 Evolution. Это офигеть какой крутой стабилизатор, он подходит для множества экшн-камер, практически для всех, в том числе и для GoPro. А я пользуюсь с помощью, вместе с камерой Xiaomi. Есть распаковочка, и в последующем, наверное, на протяжении следующих нескольких месяцев будет обзор про вот это вот. Все. Но сейчас у нас вот эта вот посылка. Давайте уже не будем тянуть кота за яйца и раскроем и посмотрим, что там находится внутри. Ну что же, при ближайшем рассмотрении компания GUI и ее новый электронный стабилизатор для ваших смартфонов. Конечно же, здесь изображен iPhone, потому что это какое-то мерило в мире смартфонов. Хотя компания Apple, конечно же, в последнее время сдает. Давайте поближе познакомимся, что изображено на коробке. И, соответственно, вообще, если честно, я такое впечатление, как будто бы передо мной коробочка очень-очень-очень сильно дорогого бренда. И что же здесь у нас изображено? У нас здесь изображено о том, что здесь все крутится, вертится практически на 360 градусов, что в комплекте у нас есть сам стабилизатор, есть специальная вот такая вот штучка под названием, в общем, груз, который немножко стабилизирует, то есть выравнивает положение самого кредла, на который скрепится, соответственно, смартфон. Еще какая-то штука, microUSB кабель и, соответственно, батарейки 18650. Они используются во всех моделях стабилизаторов от этой компании и не только от этой компании. Итак, еще раз напомню, что я являюсь реальным пользователем продуктов данного бренда и очень-очень доволен. С помощью даже этого стабилизатора я снял небольшой клип, который вы можете посмотреть на нашем лайв-канале. Ссылочка будет в описании. Итак, очень качественная упаковка, но ее, увы, придется разрезать для того, чтобы вам показать, что же здесь у нас находится внутри. Вот этот вот скотч снимаем, все снимаем, не скотч, а пленочку. Честно, я при распаковке смартфонов не испытываю столько эмоций, как при распаковке вот такой вот интересной вот штуки. Потому что эта штука, в принципе, не только видеоблогеру, но даже обычному современному гражданину может являться очень хорошей, скажем так, вещью для того, чтобы вы снимали видео. Потому что, ну, экшн-камеры, да, практически есть у каждого, там, пускай 10-го. А смартфоны, наверное, у каждого второго есть. И тем более сейчас смартфоны начинают снимать очень качественные видео в хорошем разрешении, то есть 4К. Итак, открываем достаточно плотную картонную коробку. Вы видели, как все это дело доставлялось, как отработало EMS. Большое спасибо, в этом плане как бы никаких проблем у меня в этот раз к Почте России нету. EMS реально начала хорошо работать. Здесь у нас вот такая вот поролоновая пенопрокладочка для того, чтобы у нас все это дело не разбилось и доехало в целости и сохранности. Ее тоже откладываем в сторонку вот таким вот образом. И присутствует некое количество макулатуры, обязательно гарантийное обязательство от компании, сертификат 31 мая, все это сделано.
Вообще, в русскоязычном YouTube я буду одним из первых, который распаковывает и произносит, скажем так, на камеру первые впечатления об этом продукте. И в дальнейшем будущем я собираюсь, конечно же, сотрудничать с данным брендом, и это очень-очень хорошо. Присутствует вот такая вот, такой достаточно подробный Hello Guide, где на английском языке и в картинках вы можете посмотреть, как этим стабилизатором пользоваться, как его настраивать. Я обязательно, конечно же, все это дело прочту. Далее есть еще вот такая вот карточка для того, чтобы вы смогли сосканировать, где и как это все дело приобреталось и где вообще находится компания. Ну что ж, друзья, перед нами вот такая вот упаковочка. Это вот очень плотный такой материал, пена, и вообще, наверное, не то что наверное, а я на 99,9% уверен в том, что данный продукт к вам доедет, потому что если забегать вперед и говорить о том, где это продается, я обязательно ссылочки укажу. У них есть магазин на AliExpress, конечно же, есть магазин на Taobao, но вы, скорее всего, там не будете заказывать. И еще очень интересная приколюха, у них есть магазин на Facebook. Почему приколюха? Потому что именно на Facebook вы можете оплатить с помощью PayPal, а PayPal — это защищенная, как бы, скажем так, платежная система, и в случае, если вы получите некачественный товар, или вообще его не получите, или какие-то у вас будут претензии, вы сможете, соответственно, вернуть свои деньги обратно. Ну, давайте продолжим. Что же у нас здесь? У нас как раз-таки есть вот этот вот 3M скотч, уплотнитель. До сих пор не знаю, зачем он нужен. Есть вот этот вот грузик. Он весит достаточно много. Давайте вот его откроем, посмотрим. Он в пакетике. Это обычный, как сказать, кусок нержавеющей стали, покрашен в черный цвет, имеет небольшую шайбочку. Сам, точнее, в шайбочке небольшой болтик. В виде шайбочки откладываем его в сторонку. Я подробнее прочитаю в инструкции, вам об этом расскажу. Присутствует вот такой вот лапшевидный кабель. Сразу видно, что он фирменный, потому что присутствуют логотипы только компании, скажем так, уважающие своего пользователя, наносят, во-первых, поставляют качественные кабели к своим устройствам, во-вторых, наносят логотипы именно на них. Лапшевидный для того, чтобы не запутался. Длина кабеля, я думаю, где-то сантиметров 50, не больше. Сам стабилизатор, давайте его положим рядышком. Силикагель. И еще раз плотная картонная коробка. Итак, давайте я его, наверное, сначала сравню по габаритам Z1 Evolution. То есть я сразу реально понимаю, что он меньше. В принципе, органы управления, которые вы можете сразу заметить, они практически такие же, как и на Z1 Evolution. То есть присутствует кнопка включения-выключения и многопозиционный джойстик, который вы можете управлять камерой. Присутствует USB для того, чтобы вы заряжали. Здесь тоже присутствует USB, но почему-то нету именно зарядного устройства. Но вроде как на коробке не написано, что оно должно быть. Откручивается нижняя крышечка, и я надеюсь там увидеть аккумуляторы. Да, аккумуляторы здесь присутствуют. Вот такого вот красивого зеленого цвета. 18650, как и обещал производитель, и аккумулятор здесь всего лишь один. Если опять же сравнивать с Z1 Evolution, их там два. И вы можете увеличивать емкость аккумулятора, если докупите еще дополнительные звенья, и туда будете вставлять, соответственно, аккумуляторы. Итак, первые впечатления об этой штуке. Давайте так. Опять же, все сделано очень-очень-очень хорошо. Вот эта штука вертится просто на все 360 градусов, как мы уже видели на коробке. Компания GUI говорит о том, что в новом поколении стабилизаторов для мобильных смартфонов, а именно для Smooth 2, был изобретен, соответственно, и создан новый процессор, который находится вот здесь вот. И с помощью этого процессора и трехосевой стабилизации, бесколлекторных, между прочим, моторов, вы получаете еще более четкую, более плавную картинку, которая будет радовать вас в ваших домашних видео или видео, которые вы будете делать с помощью, ну, например, на коммерческой основе, да, снимать какие-то праздники или еще что-то. И очень интересно, что же такое, потому что надо читать инструкцию. Вот эта клавиша, она туда-сюда двигается, что из себя представляет, пока непонятно. Удобный хват, здесь видно, что присутствует светодиод, обозначающий, наверное, то есть
означающий что-то, и здесь присутствует светодиод. Все очень хорошо собрано, все в таком черном цвете. И, конечно же, у нас есть три моторчика, раз, два, соответственно, три, по трем осям он стабилизирует, и есть вот такая вот штука, достаточно, скажем так, надежная, не такая, как, допустим, можно купить за $2 на Алиэкспрессе, специально такие крепежи для селфи-палок. Здесь она действительно очень-очень крутая, и давайте посмотрим, до какой же ширины она может раздвигаться. Ну, в общем, до, наверное, 6 дюймов, да, без проблем. Еще пока вот сейчас вот ее отодвигал, присутствует логотип, именно название данного продукта. Здесь видно вот такой вот рычажок, который отвечает, наверное, за регулировку именно положения вот этой вот штуки. Все продумали, друзья, китайцы, им большой за это респект. Друзья, на самом деле все очень просто. Настройка и включение стабилизатора происходит очень-очень легко. В первую очередь вам надо просто открутить заднюю крышку, поменять батарейку местами плюс-минус, потому что в целях безопасности она вставлена туда, соответственно, неправильно. После того, как вы вставили правильно батарейку, вам надо зажать вот этот вот рычажочек, кнопочку включения, она золотистого такого цвета, нажать, продержать 10 секунд, и у вас, соответственно, сам стабилизатор начнет работать, то есть поймает горизонт. Перед этим, конечно же, стоит прикрепить смартфон в специальный крепеж. Хотелось бы отдельно отметить, что в этом крепеже присутствуют прорезиненные такие очень приятные на ощупь прокладочки, которые не будут царапать ваш дорогущий смартфон, каким бы смартфоном вы не пользовались. На данный момент здесь установлено по умолчанию вот в этой части специальный груз. Есть дополнительный груз, который вы можете применить, если ваш смартфон будет перевешивать в ту или иную другую сторону. И, конечно же, у этого стабилизатора есть несколько режимов использования. В частности, их три, пока я их заметил, три. То есть это режим удержания горизонта, режим удержания точки и режим «Следуй за мной». Переключение режимов происходит, опять же, в стандартном user experience, то есть нажатием на два раза вы нажимаете, и, соответственно, стабилизатор переходит в режим «Следуй за мной». Нажимаете один раз, режим сменяется, и вы можете удерживать, допустим, горизонт или точку, при этом поправлять положение смартфона в любую удобную для вас позицию. Конечно же, можно снимать крутые панорамы, крутые вот такие вот проводочки, если вы хотите, допустим, чтобы это все дело вниз. Сейчас проверим. Вот до такой степени он может прокручиваться. Возвращаем обратно. Если говорить о первых впечатлениях о данном стабилизаторе компании GUI и со своим новым стабилизатором Smooth 2, я очень надеюсь и точнее верю в то, что она покорит рынок потребительской электроники в этом направлении. Рядом справа вы можете увидеть Z1 Evolution. С помощью данного стабилизатора, как я уже говорил ранее, можно снимать очень-очень красивые видосы, но этот стабилизатор предназначен для экшн-камер. Данный же стабилизатор Smooth 2 предназначен для ваших мобильных телефонов диагональю до 6 дюймов. Ссылочки на данный продукт будут в описании под этим видео. Еще раз напоминаю, что вы можете купить на официальном магазине на AliExpress, потому что, в принципе, вам это будет удобно. Но я же вам рекомендую все это дело приобрести в официальном магазине на Facebook. Да, прикиньте, такая есть история, что на Facebook можно открыть свой собственный магазин. Почему? Да потому что там вы сможете оплатить PayPal. Итак, друзья, это были первые впечатления. Стабилизатор крутой, он металлический, он крутого черного цвета, он классно сделан, у него офигительные функции, и это действительно достойный продукт, который действительно стоит своих денег. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца, обязательно поставьте лайк, я очень сильно старался. Конечно же, поделитесь в соцсетях и подписывайтесь на нас. Кстати, у нас есть группа ВКонтакте, как всегда, ссылки есть в описании. Есть Twitter, Instagram, тоже, кстати, в описании есть ссылочки. Ну и, конечно же, пользуйтесь нашим купонным сайтом. Как раз-таки добавили мы компанию GUI в наши партнеры. И есть специальные ежедневные предложения. До 31 августа вы можете приобрести данную продукцию со скидкой. И, конечно же, если вы пишете, снимаете видосы и хотите как-то более-менее пропиариться, у нас есть специальный сайт bloggersclub.ru, вступив в который, зарегистрировавшись в котором, вы становитесь автоматически автором и можете заливать туда рукописные, скажем так, статьи, либо снимать видосики и тоже заливать на данный ресурс. Ну что ж, всем большое спасибо компании GUI, большое спасибо за то, что они делают то, чем мы будем с вами пользоваться. Всего доброго!
Пока-пока.